Сегодня вы увидите. Чувак, тут никого нет, она сама едет, что? Это моя Ламборгини, это мой питомец. Один лайк плюс одна Ламборгини, погнали! Всем привет, с вами я, Игорь Худор, мы сегодня продолжаем играть в непослушных и очень шумных соседей. Эх, мои соседи сейчас кричат, шумят и веселятся. А я хочу спать. Они не дают мне спать. Ну вы издеваетесь, что ли? Для этого нам нужно сейчас разобраться с ними. Хочу взять вот эту вот клюшку для гольфа. И давайте пойдем к этим соседям. Позвоним им. Слышите? Хватит играть, на дворе 2 часа ночи. Ой, что тебе надо? У нас есть разрешение до 3 часов. Ты издеваешься, охранник? Ты шутишь, что ли? Да не шучу. А ну-ка, пошел отсюда, пока я тебе по башке не дал. Слышь, охранник, кто там твой босс? Не скажу, это конфиденциально. Подожди, я хочу сделать так тогда. Держи! Так, поспи немножко. В реальной жизни, друзья, нельзя так делать. Это всего лишь игра. Осуждаю. И посмотрите, у них действительно тут туса. Вы издеваетесь, я хочу спать. А, как я классно танцую, согласитесь? Да, ты классно танцуешь. Смотри, рукой вот так вот. О, видишь, как я умею? Да, я тоже крутая. А чего они тут втроем только танцуют? А я вообще одинокая волчица. Что? Одинокая волчица? Может быть, тот охранник для тебя был? Нет, не для меня. Я одна живу. Что? Слышь, гитарист, что такое, я не понял? Эй, что тебе надо? Свали, я тут играю. Ага, играешь, подожди. Для начала я хочу отключить у вас музяку вот тут. Вашего охранника отключил, в принципе. Минус музяка. Так, телевизор. Тоже минус о нем. Отлично. А, что ты сделал? Это мой телек. Да ладно, телек, все равно ты не смотришь. Вонючие вот эти вот всякие дурацкие новости. Зачем тебе это надо? Лучше давай я тебе вот так вот алкоголь тоже разломаю. Это все зло. Это все зло. Поэтому стопендра. Вот так вот. Не знаю. В принципе, вам нужно поспать. Просто давайте поспите до 6 утра, пока я не стану. Потом уже начнете действовать, двигаться, играть там что-то, делать. Все хорошо. Выходим домой. Ой, наконец-то. Разобрался с ними. Отлично. А, вы издеваетесь? Получается, нам нужно еще вот эти комнаты открывать. И вот эту дверь. Да не открывается ничего. Отлично, прошли этот уровень. А, опять снова эти дурацкие соседи. Они не дают мне спать. О, боже мой. Это уже они на улице. Ну-ка, нужно разобраться с ними. Ну, ничего себе. Они действительно на улице там сидят. Что-то там свою музыку включили. На дворе 5 утра. Смотрите, все спят абсолютно. Никого вокруг нет. А эти чуваки на шоке подъехали. Тут тусу себе устроили. А ну-ка, вы что, совсем сдурели? Мы танцуем до утра, наставляет колбаса. Чего? Ну что? Что ты хочешь от нас? Ой, я вообще-то танцую, я охранник бывший. Я уже стал развлекательным чуваком, который развлекает своего босса. Да, он меня развлекает, так что иди отсюда. Че издеваешься, слышишь, охранник? Ну-ка, шахандра. Шахандру мы сломаем. Все, минус шахандра, двери у нас слетели. А то сдурели сосед. Смотрите, я ломаю их тачку, они ничего не делают. Ну ничего себе. То разрешил, как бы танцевать, тусу устраивать тут в 5 утра. Мы тут спим вообще-то, не видите ли. Реально, никого нет. Все боятся выйти и что-то сказать. Ну вы издеваетесь. Я хочу посмотреть, что мы можем сделать с этой шохой. Максимально, да? Вот это да. Вот мы, например, наверх заберемся. И крышу. Угу, понятно. И, чувак, давай ты пойдешь. Я боюсь. Чего? Ну-ка, свалили отсюда, давайте все, кыш. Кыш, 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 кыш. Кыш, говорю. Да, кыш. На, все. Вроде бы все, тишина. Как будто такое ощущение, как будто музыка из их тела выходит. Я останавливаю их, музыка останавливается. Странно. Ой, наконец-то можем поспать. О, отлично. Ай, блин. Что за собака там кричит? Да вы издеваетесь. Не дают мне спать. Ай, собачку выгуливать в 5 утра. Кто будет выгуливать собачку в 5 утра? Ну скажите мне, пожалуйста, напишите комментарии. Вы выгуливаете собачку в 5 утра? Ну никто же не выгуливает.
Собачка, могу тебе что-нибудь дать, нет? Покушать. А этого чувака радостного чё? Давайте мы его усыпим. И позвоним. Позвоним сюда. Они не впустили его с собачкой. Ну-ка. Чё тут, никого нет? Ну да, никого нет. Собачка, ты издеваешься? Хватит кричать. Ну-ка. Неужели нам нужно это сделать? Все, она должна поспать, да? Но я этого не хотел делать, извините, конечно, но меня заставила игра. Беги спать. Все. Ну, они просто спят. Они проснутся через 5 минут, так что нормально все. Ой, мы тут рисуем. Мы будем сейчас тут делать классик играть. Ха-ха. Что? Они не дают мне уроки делать! У меня онлайн-урок! О боже, кто же мне звонит? Ну да, онлайн-урок нельзя пропускать. Давайте проверим, кто же там мне позвонил. Может быть, громила этот? Так, возьмем вот эту ружку. О, мачете нормальная такая. Чё тебе надо, слышь? Мы немножко пьяны, и хотим напакостить возле твоего подъезда. Чего? Да, чё? Чё такое? Ну-ка, чё вообще надо, я не пойму. Поспать хотите? Ну всё, поспите. Странные какие-то соседи нынче, да? Чё-то пытаются доказать, сделать. Ай, снова кто-то играет на улице. Но кто? Видите ли, они где-то находятся в другой части. И эта женщина с Ламборгини? Твою дивизию! Нужно разобраться. По всему, как бы, этому городу ездят и что-то шумят. А ну-ка, Ламборгини. Ну ничего себе, она еще едет, смотрите. Что за чувак там сидит, да, в Ламборгини? Ну-ка, чувак. Тут никого нет, она сама едет. Что? И это моя Ламборгини. Это мой питомец. Чего? Питомец, ты издеваешься, что ли? Как это вообще возможно? Ламборгини и питомец. Ха, ну-ка. Ламборгини дальше едет. Чё? Я просто подошел к двери. Дверь просто слетела. Да вы издеваетесь. Вот это смешно, капец. Ну-ка. Блин, кто же там ходит, бегает? Ну ё-моё, в 4 утра. Эй, мы тут занимаемся спортом в 4 утра, так не мешай нам. Да вы издеваетесь. Как они могут заниматься спортом в 4 утра? Разозлили меня. Какую в этот раз мы возьмем оружку? А давайте вот эту вот прикольную штуку. Отлично. Это какая-то деревянная штука. Сейчас мы разберемся с ними. Чуваки, открывайте мне дверь. Дверь открывайте. А то, ишь, по башке вам понадаю. Ё-моё! Это что за спортзал тут? Ну-ка, давайте с ним побегаем. У тебя чувак на месте стоит. Твоя бегательная дорожечка. Я знаю, я просто имитирую, что я бегаю. На самом деле я сижу и мечтаю просто. Что? Ты просто сидишь? Ну-ка, они включили на всю громкость музяку. Ну, ёшкин кот. Вы издеваетесь? Тут реально настоящий, получается, спортзал. Ну-ка, шарик. Шарик не лопается даже, чувак. Я раз и два. Ну-ка, поспи. Чувак, давай тоже. Сколько ты можешь... Сколько он отжимается, кстати? Сколько вы отжимаетесь? Напишите комментарии. Мне вот интересно. А ты сколько будешь бегать? Кардио нельзя сильно нагружать себя. Ну-ка, все. Стопанул их, отлично. Все, тишина. Можно идти домой спать. Ох, как же это стрёмно. Я сплю вообще на каком-то непонятной кроватке. И комната у меня непонятная. Все ничего такого примечательного. Ладно, заходим сюда. Короче, друзьяшки, надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, жми на колокольчик. У нас еще есть куча уровней, которые мне нужно пройти. Я на 7 уровне, поэтому все. С вами был я, Игорь Кудрявцев. Всем удачи, всем нравится, всем хорошего. Делайте добро, не забывайте, не забывайте, не забывайте. Пока.